Спонсор программы «Патруль» – магазин «Камкабель». Здравствуйте! А теперь в эфире сводка происшествий города и округа за минувшие сутки. В Ноябрьске прямо на маршруте загорелся пассажирский автобус. Происшествие произошло на одной из остановок. Пассажиры эвакуировались самостоятельно, никто не пострадал. Огонь тушили 8 человек личного состава МЧС на двух машинах спецтехники. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. А в Салехарде сгорел расселенный дом, который ранее сошел со свай. Деревяшка сгорела дотла. В тушении здания принимали участие 29 пожарных. Информация о пострадавших устанавливается. 4 человека сядут в тюрьму за покушение на убийство. Как сообщает пресс-служба окружной прокуратуры, житель Калининградской области хотел организовать убийство мужчины из Нового Уренгоя. Своими руками убивать он не захотел и для осуществления своего преступного плана подговорил еще троих, один из которых должен был стать непосредственным убийцей. Преступление удалось предотвратить. Потенциального убийцу полиция задержала на месте преступления. За участие в этом преступлении, подстрекательстве и пособничестве осуждены все четверо. С учетом позиции государственного обвинителя, суд приговорил исполнителя к наказанию в виде 11 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима, пособников преступлению к 8 годам 3 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима каждому, пособника и подстрекателя к 10 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Дебошир из Нового Уренгоя пытался пронести на работу алкоголь и нарвался на 2 уголовные статьи. Так, 18 марта пьяный мужчина пытался прорваться с алкоголем на производственную базу. Не сумел этого сделать и начал угрожать охраннику убийством. После того, как дебошира скрутили и доставили на медосвидетельствование, он принялся оскорблять полицейского. Теперь ему предстоит ответить по 2 статьям. 6 января 2020 года житель села Гыда во время конфликта ударил своего знакомого туристическим ножом в живот. Пострадавшего госпитализировали. Его лечение обошлось в сумму более 160 тысяч рублей. Благодаря вмешательству прокуратуры злоумышленник возместил все средства, потраченные на лечение пострадавшего. К этому часу у меня все новости. Будьте внимательны на дорогах, берегите себя и окружающих. До встречи в эфире. Там, где нужен свет и электричество, там используется качественный кабель. В магазине «Камкабель» вы найдете лампочки, кабель-каналы, электроинструменты, щиты, счетчики, прожекторы, трубы для прокладки кабеля и многое другое. «Звездная 15», торговый дом «Альянс».